Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Team Empire, Максони, Джойстик, еще пацаны тут рядом. Начали, как будто в 2010-м видосы на YouTube-канал по Майнкрафту записаны. Отлично, отличный комментарий, спасибо, спасибо, Джойстик. Сегодня мы с тобой зайдем в анранкет Rainbow Six Siege и сыграем. Что за игра? Rainbow Six. Ладно. И посмотрим, кто наберет больше фрагов, ты против? Ну, пока этих лохов там нет. Я больше наберу, понимаешь? Я ближе сижу к монитору, я прям, ну, прям в него буду смотреть. Но вы еще не видите просто, что за моник там будет. Да, ты уже видел. И сейчас мы покажем его зрителям. Вот на чем будут играть наши спортсмены. Оп, оп. Оп. Не, конечно, технолог из меня какой-то хуёвый. Да что... Очень плохо, Максон. Да я только что на нем в доту играл, что тебе не получается-то? В доту играл? Да. One eternity later. Нашло игру уже, представляешь? А что надо, ну, кто больше набьет фрагов, правильно? Ну, играем побережье, как раз карта, чтобы побегать. Потом мы все будем на таких моних играть. На самом деле, тут такой дилей у этого монитора жесткий. Да, есть такое. Сейчас я тебе буду реально, ну, показывать, как наказывать людей. Интересно, мне 1.5x поможет прицел лучше видеть? Мне кажется, ни хрена он не поможет. В доту я в целом норм на нем поиграл. С ботами, правда. Но я и на большом мониторе с ботами играю. Максон, я кого-то почти убил, но я не смог законтролить отдачу. Я почти убиваю, но я, ну, меня убили, Максон. Нет, не убили, я жив. Жив, целый орел. Мужики, поднимите меня! Я очень плохо стреляю, Максон. Что случилось? Я погиб. С чем связано? Тильт? Просто отсосал. Это все тильт. Ну, можно сказать и так. Ну, можно сказать и так, что я ничего не вижу, в принципе. Очень сложно. Не, я не ту пушку выбрал, чтобы на этом монике играть. А гранатомет подойдет для этого моника? Гранатомет? Для этого моника, мне кажется, ничего не подойдет. Не, надо выбирать какой-нибудь дробовик и сидеть в углу ждать. С дробовика-то ты точно не промахнешься, правильно? Не, вообще я бы играл вот так вот, но я почему-то так ничего не вижу. Я по дрону попасть не могу, помогите. А если своих убивать, это считается? А, ничего не вижу, ярко, помогите. Я сделал первый килл. Фу! Не, сейчас эйс сделаю, проверяй. Эйс, эйс, ты готов? Я уже вижу типа на балконе випки, бегу за ним. Два килла. Я в плюсовой КД, понимаешь, игра? А ты знаешь, Данил, что можно делать? Ну вот, довести до 3 любого счета в твою пользу в 3, и потом начать руинить, чтобы вывести в допы и побольше киллов набить. Блять, убили меня. Ну я один килл сделал. 3-2 счет. А я оперативника не могу пикнуть. Почему? Не наводится? Нет, я вот пикаю, ну, а я никого не могу пикнуть. ГГ. Меня выкинул. Отлично. У меня, по-моему, интернет отключился. Отлично. О, меня запустило, запустило, перезапустило, назад. Ну, я мертвый, в принципе, ну, неплохо. Перезаписывать мы, конечно же, это не будем, потому что... Ну, все видят мою удачу, как обычно. В любом челлендже происходит какая-то непонятная шняга. Отлично. Это наш чел, боже. Я умер. Меня убили. Надеюсь, они это закончат. Так, дорогие друзья, мы переходим к следующему претенденту. Название героя — микромонитор. Это я. Это Данила Донцов. И что ты ждешь? Что ты ждешь от сегодняшнего соревнования? Я жду, что Джойстик, как обычно, проиграет в сыр, просто в слюне, и шансов у него вообще не останется.
Ну, счет джойстика мы уже видели, его реакцию. Это ужас, это мрак. Я не знаю, кому так плохо играть. Ну, понятно, почему мы проиграем теперь. Он сыграл 6 раундов, давай посмотрим, что за 6 раундов покажешь ты. Давай попробуем сыграть 6 раундов, хотя, потому что я думаю, я за 3 закончу. Че вообще расскажешь, интересно, пока играющийся? Игра нашлась. А, все, тогда, давай. Светских историй не будет. Нифига себе. Первый раз зашел без ряда, тут обложка красивая. Так, запрет карт. Смотрим. Нормальные люди что банят? Орегон. Нет, лучше банк. На ком будешь сегодня, значит, унижать? Я еще буду на вальке спампикать каждый раунд, как свинья. Но я в атаке начинаю, поэтому в атаке на ББ. Главное, прицел побольше, чтобы не промахнуться, понимаешь? Да, ракетницу какую-нибудь бери. Угу. Дробовик. Кали снайперку чисто. Что за баны? Что это за ужас? Что тут несерьезные какие-то игроки. Главное, это знаешь что? Это со спавна выйти хоть раз. Не, я просто вижу пик нашей команды, понимаю, что сейчас, если будет подвал, то пилить мы будем, походу, щитом блица просто. Бить в стенку. Но главное, это качественный дронинг. Качественный. О-о-о, не, ну задержка неприятная, на самом деле. А я ничего не вижу. А как чекать по пике, если я ничего не вижу? Так. Все очень плохо, Максони. Не, у меня карта еще такая неподходящая, потому что я на своем мониторе-то ничего не вижу тут. Очень темная. Я 1 в 5, 1 в 5, плачь. Тихо, не шуми. Я комментирую. А, лежит со сайта. Ну ты отвлек, ты отвлек, ты отвлек, ты отвлек. Пингец еще классный, да? 80. Если был клубешник, я бы показал, конечно, как надо. Да, да. А так, видишь, ну а так не получилось. Почему тут человек вот второй раунд по дрону попасть не может, а меня зато убивают сразу? Стакошки такие маленькие, я не понимаю вообще. Ну куда дверь открывает-то? Зачем Аша открывает дверь, я не понимаю. Хоть я ей помог ей открыть эту дверь, но это ничего не значит. Ничего, ничего вообще. Халдим, стоим. Стоим. Прострап. Прострап по центру двери. Я в тильте. Не хочу играть просто. Ничего сейчас надо каеби. Продемонстрирую. Так, ну камеру уже с первой пули ломаю. Я буду как крысюк стоять. А, там челы уже в пиано отдыхают. Звоночек. Ну, на команду работу работаем. Звоночек. Опять фрострап двери. Оп. Первый. Нет! Убил. Третий. Минус три. Минус три. У-ху! Понимаешь? Нет! Такой, блин, я не журнал чела. Не дай бог, у меня состилили. Да просто, у меня состилили мой килл, это во-первых. Ты выбрал добить, не сдох? Нет, я выпрыгнул убивать второго чела, меня подставил егерь, который выпрыгнул до этого. Короче, на егере просто шнырь, я ему репорт кидаю. А, дотек, он не добил. Он приятный молодой человек, забудем все, что плохое про него говорили. Хороший парень. Репорт, конечно, вернуть уже нельзя. Да я бы и не возвращал, но... Да ладно, простим, простим, парни. Ну, сейчас аккуратно. Чекай джойстик, учись, как надо. Ну, я уже исполнил одного. Ой, неприятно получилось-то. Там чел орёт, поднимите меня, пожалуйста. Его подбегает тиммейт и импактом просто добивает. Дружелюбно играю. Десять на три джойстик. А где он? Я выиграл Максон 4-2. И 10 на 3 дропнул. Ну, видишь, профессиональный игрок как-никак. Может, мне на нем играть про лигу? Неплохо получается. Глаза щитвалится уже. Я так был, ну, так трайхардил жестко, что глаза уже болят. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой видос для вас мы сегодня подготовили с Даном и джойстиком. Им спасибо. Твиттеры вы их видели, подписывайтесь обязательно. И наш победитель на экране, за что мы ему и благодарны. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на меня, на пацанов.
ставьте лайки и всем пока. Мне дамы говорят, самый плохой комплимент, но лишь нужен ритм, и я покажу вам флекс.